Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music. Сегодня мы с вами послушаем Райс и Егор Нац «Океан». Райс, вроде бы я не впервые слышу этого человека, а вроде бы и впервые. То есть, давайте посмотрим, да, первым делом нужно понять, кто это такой, знаю ли я у него чего. Ну, вроде бы ничего не знаю, но что-то знакомое, что-то честно знакомое, сори. Ну, слушаем мы, конечно, не ради этого человека, а ради Егора Наца, потому что... За ним мы следим, его мы знаем, его мы любим. Райс, если мне этот человек понравится, то почему бы и не следить за ним тоже? Конечно же, да, без проблем. Но этот трек конкретно слушается из-за того, что мы хотим послушать профессиональное качество от Егора Наца. Этот трек, слово, набрал 9% в Телеграм-канале. Если вы хотите, чтобы реакции на Егора Наца выходили чаще, то подписывайтесь на Телеграм и голосуйте за его треки. Все, как бы проблем нет, да. Райс, легенда акустики. А, все, понял. Ну, я просто не шарю, извините. Так, ну тогда должно быть круто, если вот он сделает какую-то акустическую тему, и нас как будто должен это круто подхватить. Потому что, насколько я понимаю, это трек в первую очередь все-таки Райса. Так, ну, хорошо, допустим. На Twitch тоже сабайтесь, чтобы не пропускать стримы, на которых мы слушаем и выпускаю. Поверьте, я видосы гораздо позже этих стримов, так что... Да, мы можем начинать слушать. Никаких аннотаций, я думаю, нету. А, есть, хорошо, слушаем, точнее смотрим. Мы с Егором Нацем объединились для написания новой совместной песни под названием «Океан». Мощное звучание перегруженных гитар из живых ударных в приятном сочетании с голосами. Ты будто океан, и я утонул. Нам часто в жизни приходилось тонуть в человеке без остатка. И мы все знаем, к чему это приводит. Песня именно об этом. Бля, должна быть охуенная песня. Поэтому каждый, кто послушает трек, сможет легкостью найти себя в этих строчках. Надеюсь, бро. Надеюсь, что это будет круто. Бусти, да, Бусти тоже можете подписаться. Там зарубежка выходит бесплатно. В общем, блядь, заинтриговали вот этой хуйней, потому что нам обещали, пообещали перегруженные гитары, пообещали всем знакомую тему, пообещали отличное качество реализации. Должен быть разъеб жесткий. Слушаем. Так, хорошо. Океан, я утонул. Ты мой кислород, не могу вдохнуть. Ты как бумеранг, и хочу вернуть. Я тебя люблю вопреки всему. Вот океан, я утонул. Страшно, ой, бля. Ты как бумеранг, и хочу вернуть. Я тебя люблю вопреки всему. Забываю обещания, но скажу одно. Пообещаю не любить больше так никого. Даже знаю, что тебе уже все равно. Поцелуем на прощание, оставлю ее. Я оставлю тебя там, где нам было хорошо. Охуенно, чё залетел. Шкаф уже тяжелый, я закрою его. Понимаю, что это было оно. Стало холодно, прости, закрываю окно. Вот океан, я утону. Ты мой кислород. Охуенно. Хочу вернуть. Я тебя люблю вопреки всему. Будто океан, и я утону. Ты мой кислород, я не могу вдохнуть. Ой, блядь, хочу вернуть. Еще и эффекты. Я тебя люблю вопреки всему. Я тебя люблю вопреки всему. На моих губах лишь твой поцелуй. Ну так почему снова я тянусь? Тебе не хватает моих чувств, да? Я очень благодарен. Иногда мне развитие, йоу. Иногда ты тоже обо мне вспоминаешь. Хорош, Нац. Я все это знаю, детка, я все это знаю. И... сложно объяснить тебе, что все элементарно. И эти стихи хранили в себе только правду. Бля, Нац, гений, охуенно. Обещаю сильно не любить тебя так сильно. Страшная песня, ой, блядь. Охуеть. Ой-ой-ой, разные припевы, все, блядь. Да.
О, да. Это буквально убило все мои ожидания нахуй, потому что, ну, что-то я думал, что будет слабже в разы. Во-первых, до прощения аннотации я думал, что нас будет ждать что-то просто атмосферное. Нет, нас ожидал ёбнутый разъёб, просто в щепки, нахуй. Безоговорочно это летит в плейлист, конечно, 100%. Так, ну, что я могу сказать? Только хотелось бы похвалить, да, Райса, что хорошо сделал, отлично. Нет, ну, без шуток, он сделал ёбнутый припев. Он понял, что нужно треку, он это сделал. Райса добавляешь? Я спрошу у вас, как будто нет, потому что, ну, типа, человек для меня ничем особо не выделяется. Но как будто можно поспорить, как будто можно добавить. Что думаете вы? Как будто хороший чел, как будто можно последить за его релизами. Я думаю, что да. Спокойно. Тем более он дропает не так часто, я думаю, нам проблем не составит за ним следить. Нормик, как будто хороший чел. Да, подпишемся, я думаю. Давайте подпишемся. Будем следить. Спасибо, бро. Отличный парт, отличный припев. Он сделал припев тот, который нужен был этой песне. То есть рабочий максимально. Все три разных припева, прошу заметить. Куплет хороший тоже был, да, с отличным разнообразием. Нац гений просто ёбнутый. Он мало того, что здесь самое крутое было инструментальное развитие, так еще и сам Нац подыгрывает этому всему. Где-то там протягивает, где-то какие-то эффекты, где-то как-то по-другому все. Вот где-то тембр поменяет. Вот Нац это, вот Нац разъебал. И вот только хотелось бы похвалить, да, что о, как хорошо сделано вот этот чел. Но Нац просто выебал. Нац максимально прочувствовал и сделал просто идеального. Я не могу, дай бог. О, Шакрай, нихуя себе, здорово. Правда, это под конец. Мы вот до этого дослушиваем, мы уже офы. Трек просто ёбнутый. Как будто среди синглов это лучший трек пятницы. Среди синглов. Альбомы мы пока... Что там по альбомам? Ну, альбомы не считаются. Короче, да. Пиздец. Бля, очень крутой трек. Ёбнутый. Я честно не ожидал. Желаю удачи Райсу. Надеюсь, он жестко еще стрельнет. Потому что прослушки пока что. Ну, они хорошие в целом. Но могут быть еще лучше. Если он реально будет вот так вот стабильно охуенно выдавать. Ну, а Нац как бы... Нац это умеет. Нац показал то, что умеет. Тем не менее, выебал. Не оставил шанса. Ёбнутый трек, ребят. Это очень круто. Не ожидал что-то под конец вот стрима такой торчок увидеть. Тем более 9% всего, прикиньте, 9. То есть люди просто даже не слушали этот трек. Хотя это, ну, пока что вот из того, что мы послушали, лучший трек пятницы. Ну, среди синглов. Это жестко. Бля, надеюсь, вот такой дуэт еще будет, тоже на таком гитарном стиле, и они еще раз разъебут. Это было очень красиво, я хочу еще раз увидеть их дуэт. Спасибо большое ребятам. За Райсом мы теперь следим, за Натсом мы продолжаем следить. Ждем ваши новые релизы, надеюсь, что они будут скоро. На этом пока что все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.